Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 17 января. Я продолжаю говорить о подготовке грунта. Так как я обещала показать все этапы подготовки, сейчас буду говорить про увлажнение грунта. Я заранее не увлажняла, потому что он все равно потом высохнет, если долго ждать. Вот сейчас осталась буквально неделя до посевов. Я начала увлажнять грунт, и если некоторым покажется, как всегда, что зачем это говорить, такие мелочи, как некоторые пишут, элементарщина, некоторые новички даже не знают, как увлажнить грунт, до какой степени нужно, чтобы был каким мокрым грунт в лотке, и как увлажнить так равномерно, чтобы вот из-за такого некрасивого грунта получился вот такой красивый, однородный такой. Ну, видно, разницу видите сразу. Сейчас мельком пробегусь, о чем я уже говорила. Я рассказывала, что я в прошлом году не сеяла, не готовила, просто наклала в лотки. Вот занесла. Первый этап был разморозка, вот такой страшной. Потом было просеивание через крупное сито. Потом было сегодня вот у меня увлажнение. И я еще раз просеяла вот до однородности. Сразу скажу, что второе просеивание я делаю только при ранних посевах, потому что мне всего нужно два лотка. Потом я, конечно, не буду сеять, когда уже будет массово. Я буду в такую землю садить, сеять семена. Но сегодня только увлажнение. Вот смотрите, мы занесли, он сухой такой. Даже после просеивания он не очень красивый, нам нужно увлажнить. Тут есть два способа. Или просеять в лоток и сверху поливать из лейки. Ну, сразу скажу, если грунт пересох, а обычно он такой бывает, если рано осенью заготовим, увлажнить очень сложно. Верхний слой будет сильно мокрый, как даже земля может заклекнуть, если состав не очень такой плодородный. Вниз она будет поступать очень плохо. Я всегда увлажняю только, как сказать, перемешивая его. Делаю это в большой ванне, но я вам сейчас покажу здесь, потому что ванну я сюда не буду ставить. Я просто вот в этот, в сухой грунт наливаю земли и делаю вот так. Вот как тесто замешиваем, прям руками вот так работаю. И смотрю, если мало, влажность недостаточно, я еще добавляю. Вот то же самое, как замешиваем тесто. Но когда вот он уже станет вот такой, тут нужно проверять. Как узнать процент влажности в грунте, который оптимальный для посевов? Тут я использую старый дедовский метод. Тут никакого ни научного обоснования, ни подхода. Этим пользуются многие. Берем горсть земли, крепко ее сжимаем. Должен образоваться вот такой. Она должна держать форму. Но при малейшем вот таком нажатии она должна рассыпаться. Вот это самая лучшая влажность. Почему? Потому что если форму держать не будет, вот когда вот так вот схватим, форму держать не будет, значит, она сильно сухая. Значит, там недостаточно влажности, и семенам будет плохо. Мы же знаем, что потом полив у нас первые дни и при посеве будет ограничен, чтобы избежать грибковых заболеваний. Вот если он не сделается вот таким комочком, значит, нужно добавлять еще. А если комок вот этот вот у вас, так и весной проверяют, если комок вот этот у вас вот такую форму принял, но при вот малейшем вот таком прикосновении не рассыпался, а держит форму, значит, земля сильно влажная. Как исправить, когда вы перелили? Ну, конечно, добавить еще сухого грунта. Сухого грунта добавим, и все. Вот смотрите, влажность вот эту делаю, почему именно такую? Что она не должна быть мокрая, сырая, и из нее не должна сочиться вода, потому что сейчас, когда я буду делать вот эти вот, бороздки. Вот эти бороздки я же буду проливать питательным раствором перед тем, как туда положить семечки. Поэтому земля должна быть влажная, но должна быть рассыпчатая, полусухая, полувлажная. Как объяснить, не знаю, но я вот уже показала. Потому что мы потом еще вот эти места увлажним. И когда мы сверху присыпем, у нас основная масса должна быть земли сухая, чтобы никакая плесень не образовалась, чтобы семена там не загнили. Увлажненные будут только вот эти бороздки, только те места локальные, где у нас сидят семечки. Это очень важно. Остальные междурядья у нас будут сухие. Тогда у вас не будет черной ножки, тогда у вас не будет плесени. Но опять же, как не будет, если грунт хороший. Новых уже не будет, но старые вы можете занести, конечно. И тут очень важно, чем увлажнять.
Я вот вам сюда положила бутылку, чтобы показать. Увлажнение может быть нескольких вариантов. Я сразу вчера говорила, что лучше не увлажнять водой. Если у вас есть возможность при вот этом увлажнении повысить плодородие грунта или, например, снизить вот этот фон патогенных вот этой микрофлоры, нужно этим обязательно воспользоваться. Если земля у вас чистая, если вы ее уже чем-то обрабатывали, то при увлажнении можно использовать вот такие гуминовые удобрения. Будет чуть-чуть пожирнее земля, ну как пожирнее в том смысле, что больше там будет питательных веществ. Растениям это нравится. Просто разводите по... Я специально не показываю название, чтобы не восприняли вы это как рекламу. Может подойти любое вот такое местных производителей. Вот это у нас тоже какое-то в пригороде делают. Черное гуминовое удобрение. Подойдет любое, которое вы купите у себя в местном магазине. Районированное удобрение, так можно сказать. Разводите по инструкции и начинаете вливать не просто воду, а именно вот эту вот черненькую водичку. Она обычно как заварка чайная делается. Это будет повышение плодородия. Если плодородие вам не столь важно, сколько важна безопасность вот этого грунта, тогда во время увлажнения вы можете сделать протравливание грунта, то есть вместо воды употребляем или фитоспорин, или другие приравненные к нему препараты, ну кто чем хочет обрабатывать. Если у вас нет фитоспорина и вы пользуетесь просто марганцовкой, то да, возможно, увлажнять вот этой розовой водой марганцовки. Она тоже очень хороший антисептик. И вот при таком способе увлажнения, когда не просто сверху поливаем и не знаем, внизу дошел этот препарат или нет, а когда мы прям вот замешиваем на этой воде, вот, например, на фитоспорине, замесите тесто на фитоспорине, и тогда вы будете знать, что он распределился равномерно по всем вот нашим частям вот этого лотка. Но я еще раз говорю, я делаю в общей ванне, вот на 2-3 лотка, я сейчас туда сыпала все, замесила, вот сюда разложила и буду сеять через несколько дней. Вот сейчас она постоит 2-3 дня, будет хорошая. Во-первых, после таких процедур, когда мы просеиваем, замешиваем все, она, земля обогащается кислородом, и в результате она получается вот такая пышненькая, вкусненькая, красивенькая. В такую землю и садить... Или сажать ли, как правильно, не знаю, меня уже поправляли, я так и не поняла, как правильно. И садить приятно семена, и им там приятно расти, потому что все вы для них приготовили. И распушили, увлажнили. Вот, ну как тут не вырасти? Конечно, получите хороший урожай, хороший грунт, хорошие семена, уход такой внимательный, все. Увлажнение почвы, эта тема важная, закончила. Если кто-то чего-то не понял, еще раз напишите вопрос. Но я думаю, что тут все понятно. Увлажнять лучше какими-то средствами или обеззараживающими, или повышающими плодородие. Простой водой советую не пользоваться. Прекрасный вот у вас есть возможность прекрасная улучшить качество грунта. До свидания.